В финале 8-го кинофестиваля финно-угорских народов «Туйвеш» 66 работ из 13 регионов. Сегодня фестивальные показы прошли на трех сыктывкарских площадках. Авторы выставили свои фильмы и клипы в 5 номинациях, причем среди участников как профессионалы, так и любители. В объективе авторов финальных работ – природа, люди и события. Очень много фильмов именно о каком-то конкретном месте. То есть о какой-то деревне, о котором человеку, либо живущему в ней, либо в ней оказавшемуся, захотелось рассказать, поделиться, рассказать миру о том, как эта деревня живет, какие замечательные люди в ней живут. Кинофестиваль финно-угорских народов «Туйвеш» – это смотр-конкурс современного кино. Это уникальное направление в развитии финно-угорского сотрудничества. Название фестиваля «Туйвеш» с коми языка переводится как «перекресток» и символизирует пересечение родственных культур, близких по духу людей, разнообразные палитры самобытного визуального творчества. Первый фестиваль прошел в октябре 2009 года.